Я приглашаю на сцену следующего участника, и опять это не Санкт-Петербург. Всегда приятно, когда к твоему проекту присоединяются новые замечательные талантливые люди. В первую очередь приятно, когда это вот, ну, мы расширяем границы. Я приглашаю на сцену Марину Толстопятову, это участница из Москвы. Да, у нас тут есть несколько москвичей, и есть даже те, кто хорошо знают творчество Марины. Да, не знаю, слышали. Да, Марина звезда кавер-вечеринок в тематике русского рока, русского женского рока и не только. Вот. Ну, Марина уже на сцене. Спасибо, друзья. Во-первых, очень приятно в очередной раз быть в клубе, который я очень люблю. Бываю здесь периодически. Но на самом деле, большей частью пою здесь свои песни. Вот, да, в Москве я тоже больше, наверное, по каверам, по своим песням. Так, я уже отдала гитару. Не знаю, пока звука не слышу. Буду честна, я не так много знаю песен творчества Светланы Сургановой. И специально готовила, поэтому, да, для меня тематика была немножко тяжелая. Но я готовилась. Так, готовы попеть? Да! А то как-то тихо. Вот давайте уже там сзади столы подтягивайтесь сюда. Я любила, я так тебя хотела, но, видимо, не удалось, я ни душой, ни телом. Небесные глубины, подземные высоты, но ты так не достигаем, куда нам что ты? Я так тебя жалела, ну а потом желала. Давай хоть вычитай, из нас не выйдет пары. Бодри! Я так тобой страдала, так по тебе болела. Загубленные копья, поломанные стрелы. Не сломленная роком, не сглаженная оком. Твоя тридцатка с гаком мне вышла боком. Слушала и думала, зачем тебе в штанах такая штука? За Россию красноречья, за дни почти увечью. С такой фактурой, милый, уж лучше бы ты был дебилом. Когда ты был задуман и сделан мой родной, в небесных кулуарах был праздник или выходной. Субтитры сделал DimaTorzok.